диаграмм. На этой диаграмме отражено изменение, то есть не изменение, а отражены столбцы, которые показывают, сколько килограмм за каждый из трех месяцев было продано по грушам, яблокам и так далее. По одной таблице можно построить много разных диаграмм, поэтому это и приводится как пример, как образец. А можно было, скажем, на диаграмме отразить только вот эти вот итоговые суммы в килограммах за вот эти вот месяцы, январь, февраль. А можно было, скажем, взять вот эти вот только проценты и показать их распределение по вот этим вот овощам и фруктам. А можно было сумму в рублях показать, да, по овощам и фруктам и так далее. В нашем случае на диаграмму попали вот эти данные. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что первоначально надо решить, по каким данным мы строим. И эти данные выделить, а потом уже все остальное. А то иногда приводят диаграмму, приносят. Я говорю, у меня так получилось. Нет, говорят, она так построила. Ну, строить не она, строите вы. Значит, на этой диаграмме, в которую попала вся таблица, нельзя сказать, в чем вот эта ось, потому что здесь и рубли, и килограммы, и проценты, и все, собственно говоря, отложены на одной оси. Что никакого смысла, конечно, не имеет. Сейчас я его беру. Значит, мы будем строить сейчас диаграмму, которая похожа на вот эту. Мы выберем из таблицы вот эти вот числовые данные, по которым будем строить. Лучше всего, чтобы была возможность сразу с этими числовыми данными захватить подписи к ним. То есть я могла бы выбрать сразу вот с январем, февралем и мартом. А еще меня очень интересуют как раз вот эти вот подписи, да, вот эти. Я имею возможность в таблице выделять несмешанные диапазоны, как я это сделала сейчас. Для этого, после того, как я выделила первый диапазон, я удерживаю клавишу Ctrl и выделяю следующий диапазон. Но проблема моя сейчас в том, что диапазоны мои должны быть равные по высоте. Если они будут не равные по высоте, как я вот пыталась сделать вначале, то здесь я захватила и подпись с месяцами, а здесь я взяла только от груш до ананасов. Видите, этот диапазон больше на увеличение. У меня ничего не получится. Они должны быть равны по высоте. У меня здесь сложная шапка. Если я буду выделять еще вот эти верхние подписи, будет некрасиво на диаграмме. В общем, я специально взяла сложную ситуацию, чтобы показать все нюансы. Если у вас будет все просто с подписями наверху, то вы сможете выделить равные по высоте диапазоны сразу. Я не могу. Поэтому я покажу, что будет, если я буду выделять по частям. Скажем, выделю вот эти вот только данные и пойду строить диаграмму. Здесь есть диаграмма, мастер построения диаграмм. Либо через меню «Вставка» вы его найдете, «Вставка диаграмма». Либо на панельке какую-нибудь самую яркую пиктограмму ищите. Значит, что у меня здесь происходит? На первом шаге, когда я нажала, она мне показывает превьюшку, как она поняла. Она у меня данные поняла и отобразила, но она совершенно не поняла название столбцов, поэтому поименовала их по умолчанию и не поняла, что у меня где груши, не груши, пронумеровала все подряд. Меня эта ситуация никак не устраивает, потому что диаграмма должна быть такой, чтобы ее можно было показать отдельно от таблицы. Не надо говорить, что один, ага, посмотрим, один это груши. Таблица мне здесь совсем не нужна. Поэтому я сейчас отменю и посмотрю, что будет, если я сразу же, допустим, вместе с вот этими цифрами захвачу вот этот вот диапазон подписи. А будет вот что, она поймет. Груши, яблоки, помидоры и все подпишет. А вот здесь вот она все равно не поймет. Потому что я же не указала ей месяца. А если я укажу месяца, но я не смогла это захватить из-за неравной высоты, да? Тогда она как раз здесь и поймет, едва февраль, март, но ничего не поняла здесь. В любом случае, ей все это можно объяснить, для этого есть специальный шаг. Поэтому я сейчас оставлю в таком виде, это я объясню позже. Теперь рассмотрим, что на первом шаге она спрашивает. Она спрашивает тип диаграммы. Вот у нас выбрана гистограмма. Это вообще самый широкий тип, подходит для всех случаев. Линейчатая – это тоже гистограмма, но развернутая вертикаль. А вот, скажем, круговая нам никоим образом не подойдет.
Наверное, с процентами удобно. Она удобна, но вот в нашей ситуации она не подойдет. Почему? Потому что очень много сегментов. Ну, вообще. Вот это груши, яблоки и так далее, а это что? Какой месяц? У нас же 3 месяца должно было отразиться, а это какой? Это один. И это на самом деле январь, потому что она сегодня диапазона возьмет первый и покажет первый. А все остальные мы просто на круговой не увидим. Нам она не подойдет. Такая диаграмма, как, допустим, линии вот такие, нам подойдет тоже не очень, потому что нет никакой логической связи между тем, между грушами и яблоками. Нет смысла соединять их непрерывной линией. Если бы ось была временная, тогда был бы смысл рисовать непрерывную линию. А в нашей ситуации нет. Поэтому мы оставим себе гистограмму. Вот, и пойдем дальше. Значит, при построении диаграммы надо всегда ждать далее. Пока можно жать далее, жмите, когда уже станет невозможно жать, будет готово, тогда жмите готово. Значит, жмем далее. На следующем шаге она нас спрашивает как раз диапазон данных, по которым мы строим. Ну, мы сразу его выделили, чтобы увидеть превьюшку, да, поэтому диапазон данных у нас задан уже весь правильно, от ячейки D2 до L12. То, что вот здесь вот стоит ряды данных в столбцах или строках, лучше оставить как он есть. Я вам сейчас покажу, что будет, если я поменяю. Просто будет несколько хуже. Если я скажу в строках, она здесь по январю, февралю и марту отдельно нарисует распределение по всем грушам яблока. Анализировать ее будет хуже. Выглядеть она будет менее прилично, поэтому я верну к столбцам. Вот здесь вот первая строка как подпись, у нее опция уже стоит. И она стоит правильно. Это имеется в виду, что во всем моем диапазоне, который с ячейки D2 начался, в D2 было написано январь, первая строчка – это не то, что надо отобразить на диаграмме, а это подпись в диаграмме, которая вот здесь у нас и фигурирует. Если бы этой опции не было здесь, она бы все равно это сделала так, потому что январь нельзя, слово январь нельзя нарисовать на графике. Но есть другая ситуация. У вас под подписями столбцов могут быть, например, годы. Например, будет написано 2010, 2011, 2012. И тогда она может подумать, что это стоит отображать на графике и нарисует там вот эти вот столбцы. Тогда надо будет принудительно ей объяснить, что нет, первая строка – это подпись. То же самое может случиться и с первым столбцом, что его дозволено как подпись. Вот если давайте я сейчас скажу первый столбец как подпись, отсюда у меня пропадет январь, видите? А сюда пойдут те цифры, которые в январе. Ну, в которых в столбце январь стояли цифры, она попытается использовать их как подпись. Но сейчас это неверная ситуация, и я уберу. Верну январь на место. Значит, далее. А далее вот как раз мы можем подписать то, что не смогли подписать сразу. Вот что она говорит. Ряд данных, которые январь, она название взяла из ячейки D2, а сами данные взяла из диапазона от D3 до D12. Я могу, если что-то не так, здесь объяснять. В моем случае здесь все так, с январем, февралем, а вот это вот, видите, не заполнено. Это как раз категории, это как раз вот эти вот разом 3, 4, 5. Они не заполнены пока, но я могу заполнить. Если я нажму на вот этот значок и выделю на листе прямо вот эти данные, она сюда все это впишет, и мы увидим, что она поняла и на диаграмме написала, что нам надо. То есть всегда на третьем шаге вы можете дообъяснять ей, как называются такие столбцы, какие столбцы. Ну и жмем далее. В конце концов, надо ввести для диаграммы заголовок, напишем, например, первый квартал. Поименуем оси. Оси можно не именовать, там понятно, яблоки, груши. А оси, вдруг что-то не рубли, а в данном случае килограмм. Мы напишем здесь. Легенда – это вот эта вот часть, вот, где написано «Январь, февраль, март». Она сейчас размещается справа. Мы можем, например, сказать, чтобы она размещалась слева, и она будет там размещаться. Вы можете это в любой момент сделать, то есть уже после построения диаграммы. Я возьму ее справа, она получится. Вот, ну и вот оно. Далее не гореть, поэтому мы жмем готово. Вот наша диаграмма получилась. Диаграмма, которая получилась, она, видите, сейчас у меня, ну это в LibreOffice, она находится в серой рамочке. Это обозначает, что сейчас она у меня открыта для редактирования.
И в этот момент у меня даже вот это меню, оно не то, как обычно. Здесь все про диаграмму. В заголовке «Легенда у соседка» это все касается именно диаграммы. Значит, в этом режиме я могу легко выделять любой столбец, ось, все что угодно, да, и редактировать, как мне это надо. Допустим, если я захочу в феврале раскрасить не оранжевым, а раскрасить, допустим, вот таким вот, я могу это сделать. Если я захочу вот эту область раскрасить, скажем, текстурой вот такой, да еще как-нибудь полупрозрачно, например, градиентно прозрачно, вверху не прозрачно, а вверху прозрачно, то это будет вот так. Если я вот эту область захочу раскрасить, скажем, текстурой, которая называется маргаритки, то это будет вот так. Если я захочу шрифт раскрасить другой, раскрасим другой цвет, красный. Это будет вот так и так далее. То есть вы можете сделать свою диаграмму совершенно не похожей на то, что получается по умолчанию. Вы можете ее размеры поменять, естественно. Перетаскивать ее по листу куда угодно. Но вот от того, что я размер изменил, видите, подписи не входят. Поэтому подписи я могу повернуть вот под таким вот углом, скажем, шире, сделать чуть поменьше. Вот они и выйдут. Ну, понятно, что это не самый красивый вариант. Я просто хотела показать, что ваша диаграмма может сильно отличаться от той диаграммы, которая получается по умолчанию. И в вашей контрольной работе будет задание, после того, как, ну не то, что оно прописано, просто я вам рекомендую, что после того, как вы построите диаграмму, вы ее еще и раскрасите. Это нужно для того, чтобы вы были уверены в своих силах, все на ней поменять, чтобы вы знали, как это делается. На кроссовках это делается иначе, там нет прозрачности, нет еще чего-то, но тем не менее, вы можете все изменить, заголовок переписать можете, перенести легенду в другое место, и даже вы тип диаграммы можете уже будут поменять. Скажем, сейчас я поставлю линейку. Ну, ясно, что у меня здесь придется опять подредактировать название, да, и не все входят. Я могу сделать ее, скажем, давайте 300 граммов, но я сделаю ее двухмерную. Вот она какая двухмерная. Или я могу сделать ее в виде цилиндра. Нет, цилиндр плохо, да. Давайте в виде конуса. То есть изучите свои возможности, что вы можете сделать с вашей диаграммой. Нет? Вот, собственно говоря, все задание второе.